Добрый день, с вами Кибут, и сегодня мы рассказываем про горку. Прекрасный аксессуар, который любят родители и дети. Использовать горку можно практически с самого рождения. Уже в 3-4 месяца можно начинать учить ползать на горке, использовать как дрек для обучения ползанию. Далее малыш забирается ползком на горку вверх, начинает вставать в перекладине. Малыш взрослеет, горка взрослеет. Мы поднимаем горку выше, и малыш уже заползает, напрягает совершенно другие мышцы. Горка – приставной аксессуар. Приставляется и переставляется очень просто. Меняйте положение горки, переставляйте на другие перекладины. Таким образом, забираясь вверх, меняется угол наклона стопы, что является хорошей профилактикой плоскостопия. Вкидывают, дают большие возможности для разнообразия. Наши комплексы устойчивы в 5 положениях. Горку можно представлять с большим количеством перекладин. Берем горку с этой стороны и ставим вовнутрь. Создаем новую среду для развития, и малыш с удовольствием бежит опять играть на кибеле.